Посмотрите, какой красивый мебельный магазин. Караджа называется. Какая мебель новая. Очень красиво. Дизайн. Посмотрите сами. У меня сегодня, вчера такая проблема была с телефоном. У меня были гости, и я случайно намочила телефон. Я не пойму, когда готовила, видно, положила в какое-то мокрое место. И потом хотела что-то снять. Смотрю, а у меня мутный экран такой. Со стороны селфи снимает хорошо, а так мутный. Посмотрите, какой красивый магазин. Так я вот так расстроилась, думала, завтра уже утром посмотрела. И думала, завтра идти надо к мастеру, открывать его и чистить. Запотевшее стекло было. Слава богу, как говорится. Да посмотрите, какой красивый магазин. Какая мебель, какие ковры. Вот этот ковер мне вообще так понравился. 100% помог хлопок. Посмотрите, ребята, какая красота. Вот мы вышли сегодня сейчас на прогулку. Спальня такая. Действительно, Мерсин очень красивый вечерний. Смотрите, я люблю очень этот проспект. Вот именно мне нравятся большие проспекты, такие улицы. Я чувствую, ощущаю себя принцессой, королевой. А мой муж расстроился, потому что я начала снимать опять. Он думал, наверное, отдохнет со мной сегодня. Знаете почему? Потому что я когда снимаю, я его внимания не обращаю. Иду то впереди, то что-то снимаю. А сейчас без телефона они любят за ручку ходить очень, мужья. А сейчас я вот впереди. И начнется там не снимай, там не снимай. Ой, так хорошо на улице, так прохладно. Вообще, скоро придет жара, и вечером будет также холодно. Ой, жарко. Сейчас такой прохладный ветер. Да, Вовчик, посмотрите. Здесь продают очень вкусную курочку. Знаете, на вертеле их жарят. Я раньше брала, вот раньше, год назад, одна курица, и туда также входит сервис. Картошка фри, салатики, кажется, горький соленый перец. И это все было 24 лиры и большая курица. Сейчас я не знаю сколько, потому что уже я не покупаю такие вещи. В принципе, и вот сегодня что-то и кушать мне не хотелось. А вот я встала сегодня, легла вчера в 4 вечера, в 4 ночи, в 4 утра. Встала сегодня в 7:30, еле встала, глаза открыла, давай к этому компьютеру. Вот что-то продают фрукты, посмотрим. Фрукты закончились. А, и растибировала, что он Татлы. Кило бы? Шакар. Çok güzel adı. Ama buyur tane bu al aşkım. Elimizde sahile mi gezeceğiz ya? Burada koy. Вот решила я взять персики чуть-чуть. Ben alacak mısın? Yarım kilo da istiyorum bu. Ama tabii ben hiç bugün yemedim. Ha? Yemek abla. Вообще это не ела, а? Güzelmi? Bir kilo da. Sulattım. Yarım, yarım. Yarım ne ya? Bir kilo versin. Ha, tamam. Yarım.
Моя любимая черешня. Ой, знаете, что я как летом люблю? Есть фрукты. Вот поэтому сегодня я йогурт кушала, салат кушала и кофе пила только. Вот сейчас мне захотелось, я мороженое такое вкусное покушала. Есть дуру, у меня купил муж. Извините, если я грызу, но я взяла попробовать. Там очень вкусное мороженое. Посмотрите, какой красивый у меня сын вечером. Ну, не знаю, красивый. Для меня он красивый, для меня он такой какой-то теплый, родным стал. Ну, потому что здесь у меня семья. Хотя я очень скучаю по Грузии. Надеюсь, в конце лета мы поедем в Батуми. Ну, и тогда я вам засниму Грузию. Друзья, вы не представляете, какая красота у нас в Батуми стал, как Дубай маленький. Видите, какое красивое кафе, закрытое уже. Вот такой красивый цветочек. Посмотрите, какой у него кустик такой, вот магазин. Снимаю скрытой камерой. Мой муж как не любит таскать пакеты, пришлось таскать. Кто любит таскать? Да, у нее не получается, как у нее. Не получается? Нет? Нет? Нет. Не получается ничего. Вот так стараюсь его учить русскому языку. Ты понял меня, что я сказала? Девочка. Ага, он не понимает. Вот так мы проводим вечера. Гости разъехались, моя Мариушка, Мария Мирабелла в Стамбуле уже видео положила на канал YouTube. Мне так понравились. Вообще у нас была такая встреча, знаете, очень такая необыкновенная и запоминающая, потому что она такой положительный человек. Мне кажется, она никогда не злится, никому вредности не сделает, и настолько она хорошая. Мария, привет! Целую тебя, люблю. Очень полюбила. И надеюсь, мы продолжим наше взаимоотношение. Вот посмотрите, вот здесь. Мороженое здесь кушаю. Мне, знаете, какое мороженое нравится? Вот в шариках таких. Как я похудела, посмотрите. Друзья мои. Как-то я покупала. Мне, короче, надо новый гардероб покупать. Все висит на мне, ребята. Брюки, эти брюки, они были в обтяжку, посмотрите. Висит. Садитесь на мою диету. Диета написана на моем канале есть. Как похудеть после 30 лет. Светлана, я там. И вы будете такая же стройная, то есть не набирать вес. А это Маду. Это Маду, друзья. Вот это прямо если идти по нашей улице, дойдешь к дому. Но мы сейчас хотим зайти в банкомат, отправить денежку моей мамочке. И, в общем, друзья мои, посмотрите, какое кафе. Это такое престижное кафе в Мерсине. Несколько этажей. Здесь сладости продают. Не только сладости, и богатенькие ходят, бедненькие сюда не приходят, потому что цены тоже такие низкие. Это такое красивое кафе. Так, вот этот Карфур. Второй Карфур, это возле нас Карфур, и это. Я вам, знаете, что покажу, друзья мои. Люди так сидят здесь, в этом кафе. А там играют детки. Посмотрите, как удобно. В каждом кафе есть, вот родители сидят, а детки играют. Очень удобно. Я, знаете, что хочу вам показать? Смотрите, виллы в центре города.
Какие они, какие большие дома. Ну, здесь много их я видела на одном из них. Он сдавался под аренду. Ой, а посмотрите, какая красота! Посмотрите, мои хорошие! О, какой огромный! И таких 4 или 5. Это, ну, хочу. Чокал бил много. Мой муж не знает, как себя. Я его спрашиваю, сколько, он говорит, много. Он говорит, откуда я знаю, я что ли, говорит, сделал. Вот посмотрите, так не видите уже. Ну, как-нибудь днем сниму. Нищик ёбнута. А? Ну, все как-то. Халабалы. Королы. Так и вот, сдается. Обращайтесь по этому номеру, если хотите. Сахибинден. Вот такой есть сайт, где недвижимость Турции продается и все. Кстати, можете зайти с любого, с Гугля прям зайдете на этот сайт. И там есть продажи, аренда. Вот напрямую, без маклеров, без помощников, друзья мои. Мой муж спросил меня, говорит, ты хотела бы в таком жить? А я сказала, не хотела. У меня 4 комнаты, и я вожусь с ними. А представляете, сколько комнат здесь будет? Так, и вот еще. Третий, кажется, и там дальше. Четвертый. Вот это все вил. Как хорошо, что я вам сняла. Смотрите, какой красивый! Красотулечка! А? Смотрите, какая красота. А там дальше гвоздичка или что? Друзья мои, вечерний Мерсин. Такие дома здесь, большие балконы. А у меня еще больше, вот вы, наверное, видите, заметили. Вот наш район. Хотела снять там женщин с детьми до сих пор. В 11 часов они в парке с детьми. Но не дал мне эту красоту снять. Вот снимаю мой дом. Посмотрите, какой большой. Сказать вам. Вот стоят возле нашего дома вот такие урны. И что они делают? Мы, жители этого дома, вот этого дома жители, мы мусор не выбрасываем. Для этого есть у нас специальный сторож, вот работники, которые занимаются этим делом. То есть, друзья мои, мы оставляем мусор возле двери, и они в 7 часов вечера, они, значит, забирают мусор. Вообще я не парюсь, как его выбросить и все. Ромашечки нашего двора и цветочки. Яхшана. Цветочки расцвели в нашем парке. Так что вот хорошие мои. И здесь есть сторож, который следит ночью за этим сите. Мы находимся под охраной. Никто не пройдет. Двери у нас, смотрите, открываются. Такие вот двери в нашем доме. Видите? Все приспособлены и все. Вдруг пожар, вдруг что.
И у каждого свой ключ есть. Вот у меня есть свой ключ, я открываю. А если кто-то придет, вот и нажимают на этот звонок и открывает автоматически дверь. Так что, друзья мои, так вы легко не попадете без приглашения. Мы сюда, внутрь здесь как ящички, как у нас в имена. Вот этот наш, ну там что-то есть потом. Доска такая с объявлениями. Такой подъезд. Такой лифт. А это, друзья, отсюда мы берем воду. Такая вода здесь, которую можно пить. Наш лифт красивый. Знаете, что Мария мне сказала? Почему ты, говорит, не снимаешь свой лифт? Какой он красивый. Вот это снимаю. Смотрите, в лифте телефон, если остановится. Здесь вентиляция включенная. Вот такой лифт. Вот такой лифт. Вот такие мы. Друзья мои. На этом заканчиваю. Кто меня смотрит, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Светлана Хватак.